Губернатор Олег Кожемяка провел краеведческий урок для школьников Приморья. В музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева проходит неделя, посвященная его жизненному пути и литературному наследию. Глава региона рассказал ребятам о племенах, которые населяли Приморский край, их наследии, устройстве быта переселенцев. Почему сейчас мы видим только остатки глиняных стен, земляных валов? Которые есть везде, много, значит, они есть и в Красноармейском районе, очень хорошие там стеклянухи осталось, если вы поедете, посмотрите. Вот, то есть, дальше Смоленинова, значит, там, возле Новонежина, значит, гора Горная, крепость, тут много, значит, есть. Потому что, когда пришли поселенцы, и Арсеньев это описывает, они что стали? Стали строить избы. Где взять хороший камень? Они начали брать со стен, потому что он был уложен, как говорится, камень камнем, отточен, значит, да, то есть его удобно было укладывать под фундамент. И все эти стены растащили наши поселенцы. И использовали под фундаменты домов, сараев, там, бани и прочее. Это как раз часть той истории, которую затронул в своих описаниях Владимир Павлович Арсеньев. Напомним, накануне 1 сентября в музей пригласили детей из наиболее пострадавших от ливневых дождей муниципалитетов. С инициативой сделать День знаний для них особенным, запоминающимся, выступил губернатор края Олег Кожемяка, предложив организовать посещение учреждений культуры в рамках проекта «Арсеньевская карта».